И всем привет, ребята, с вами Матвей, и сегодня мы играем Minecraft Java Edition на телефоне, ну этот компьютерный Minecraft на телефоне. Вот, смотрите, угадайте, где я нахожусь, угадайте, где я нахожусь. Правильно, конечно же, в деревне жителей номер 13. Только сейчас надо подлететь. Вот, деревня жителей номер 13, деревня Компота. Вот, та самая деревня, где живет Компот. Но, на самом деле его нету тут. А что тут за факелопад подали? Ладно, короче, мне на это пофиг. Вот кузница Компота. А какой-то мут. О, ну понятно. Ну, я обустрою дом сейчас. Ребята, сегодня мы побудем в этой деревне Компота. Вот на чём мы берем верстак, печка, сундук. Так, и сейчас мы... Так, тут надо найти нам кровать. Может, тут кровать? Не, ее тут нету. Короче, ладно, мы ставим верстак. Вот. И печки сейчас поставим. Вот они. И двойной сундук должен быть. Как у Компота двойной сундук. Блок дерева. Как его скопировать? Ой, я случайно чат включил. Блин. Стоп. Я не знаю, как скопировать, короче, этот блок. Это, по-моему, сломать, да? Да, это сломать. Понятно. Ну, сейчас мы побудем в этой деревне. Вот жители. Жители, привет! Вот тут колодец есть. Нифига себе, он глубокий. Реально, как у Компота, он реально глубокий. Так, дальше. Зайдем мы в дом мэра. Вот верстак мэра. Я бы тут еще поставил ему печку. И сундук бы поставил ему я сюда. Вот такой домик для мэра. Вот. Дальше тут у нас грядки. Ну да, просто грядки. Вот эти маленькие дома. Кстати, я видел у Компота, это был склад. Да, это склад. Только тут ничего нет. Обычная просто деревня Компота. Ой, зомбяра пришел. Так, а вот и церковь. Заходим в церковь. Так, 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 так. Ну, это самое высокое здание в деревне. Все это знают. Кстати, а что... Кстати, я знаю, где пустыню можно рядом найти. Это туда вперед лететь. Там пустыня будет. Я это знаю. Или не будет. Не знаю. Вот тут болотный биом. Потом должна быть уже пустыня. Ну вот. Короче. Вообще деревня Компота окружена лесом. Кстати, и вот пустыня, что я и говорил. Вот пустыня. И там лава есть. И там вот этот остров есть. Ну ладно. Короче, тут рядом есть пустыня. Вот сейчас мы
обратно вернемся в эту деревню жителей. О, там тыквы уже стоят. Показывают, где деревня находится. Вот такой хит у компота. Видите, там тень? Да, там тень была. Ну ладно, какая разница, что там было. Вот. Главное сейчас опять в деревню вернуться. Вот там мы заспавнились. И вот я вернулся в деревню. Вот она. Вот. Вот шахта, где железо есть. Так, 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 так. Мы сейчас тут пройдем. Мы проходим, проходим, проходим. И выбираемся. Вот сюда. А нафига вообще вот это сделано? Ошибка генерации, что ли? Ну, хоть шахта подходит. О, семечко. Ну, ладно. Тут гравий торчит. Вот, если этот огород убрать, то там будет круг из гравия. Я не шучу, это правда. Вот сейчас мы тут посадим пшеничку. На огородик, что просла наша пшеничка. А что, реально грядки? Так, засаживаем, засаживаем. Я говорю, засаживаем. Так. Так, вот. Да лучше тут тройную печь сделать. Вот так пусть будет тройная печка. Так, мы тут должны все-таки обустроиться. Тем более это надо. Это обязательно. А как листать, блин? Я не могу. Только вот так листать потихоньку. Вот мышка. Ну ладно, все, давай, 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 листайся. Она правда не листается. Ну ладно, все-таки такой простенький, простенькая деревня, да. Все-таки простая деревня. Жителей. Вот те самые жители, с ними можно поторговаться. Вот. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока.